Перед днем четвертым, в утро которого я вновь благополучно проснулся, я бы хотел показать карту пройденного. Каждый новый цвет обозначает всего лишь каждый новый день. Ну, это и так понятно. Начало справа, где прерывистая линия, это тот самый 900-метровый тоннель. Второй день, когда было посещено озеро, его местоположение можно понять по вот тому резкому повороту. Зимовье обозначено как дом. Так было короче писать просто. Оранжевый пунктир – это дорожная часть, полотно которого было сплошной радостью для ног. Обозначение авто – это тот проезд 700 метров. И точка чуть повыше – это ночевка на большой реке Тиабут. Странное название, не знаю откуда оно прижилось, но поверьте, в те дни и часы мне было не до этого. Впереди меня ждала борьба, я не знал, получу ли я сегодня приз в виде большого, но горного озера. Я просто готовился. Как и все нормальные люди с утра, я воткнул телефон в розетку. Она была где-то вверху палатки. Благо дали полноценный поток электричества с неба. Пока готовил завтрак, электроэнергия хорошо залилась в бидоны. Но пока готовился тот завтрак, я сидя Вкушая какую-то травинку в пересохшем от легкого ужаса горле, оглядывал то, что и внушало мне страх. Поле бамбука, раскинувшееся передо мной с русским размахом. Кто ходил, он знает. Кто не знает, не ходил по бамбуку и не может представить шкалу масштаба мучения. Бамбук, конечно, бывает разным. Бывает мелкий ниже колена. Бывает разреженный случаются полегшие от только сошедшего снега, они вызывают лишь легкую смешку. А вот плотно стоящий в строю с резкими ямами, высотой выше чем 2 метра, это лютый мучитель людей и тех животных, которые в него заберутся по молодости и неопытности лет. Бамбук эгоист, он не любит хоть кого-то. В нем почти не растут деревья, другая трава. Он быстро захватывает то, что освободилось и уже долгие столетия не отдает никому. Так сведение лесов японцами повлияло на бурное растекание этого чудовища по острову. И сейчас я стал с ним лицом к лицу. Обойти возможности нет. По другому берегу слишком обрывистая местность. Обходить с другого фланга это та же история с этими обрывами. Да и само поле бамбука ну, не настолько космически, бескрайне. Пробиться можно и нужно, но только здоровье потеряет. Вот фотка сделана с половины пути. Дальняя точка, его и есть место ночевки. А у меня впереди еще половина. Положение несколько усугублялось буйным не по сезону солнцем. И 10 утра не то оно пекло и хотелось пить. В общем, по столь длинному описанию одной лишь фотографии вы понимаете, что этот короткий период занял у меня половину эмоций того дня. Выдохнув, я продолжаю академическую греблю в море бамбука, или как его называют японцы Саза, младший брат Таке, бамбук. Вознаграждение поляна с обычной, незлобливой травой, и я некоторое время радуюсь жизни, где лишь река преграждает мне путь. Подтыкавшись с крутого берега и немного сворачивая шею, я скатился через речку обратно, прямо на другой берег. Не обратно, а прямо на другой берег. Где пахучая высокотравие заняла меня еще на ряд минут. Это я к тому, чтобы вы понимали, как буквально за полчаса все меняется. То у тебя тяжесть одна, то чуть легче, то вдруг иная напасть. И ты все время живешь надеждой что ну вот там за тем то лопухом уж точно будет чисто, ровно, ну как в кино. Я радуюсь даже вот такому пути, это хороший вариант. Осень немного начала помогать, укладывая травянистых гигантов мне под ноги. А тут еще и кино сплошное, поляна почти без травы. Только печалило, что мига того на пару минут, а вон в тех деревьях прячется крутой берег реки. Где не каждый гимнаст сможет Когда надоедает Приводная затхлость Опутанные травой ноги Водная грязь Ты уверенно прешь в гору Конечно же со своим тяжелым рюкзаком Куда же ты его денешь Почему-то всегда кажется Что вот там на, склон, на склонах тебя вот И ждет вся малина Но очередной раз ты понимаешь Что ее там нет И ты опять летишь по склону Куда-то к реке Немного не докатившись до нее, я наталкиваюсь на любопытное. На фотке почти не видно, фотография все уплощает, а в жизни хорошо заметно, что это бывшая землянка. Вот сколько я их повидал разного возраста землянок в тайге, это расположено очень тол толково. На отдельном бугре, с которого скатывается вода ниже уровня пола, рядом с рекой, то есть с водой. Ходить до нее далеко не надо. Но достаточно высоко, чтобы при наводнениях не заливало. И, судя по опыту, этой землянки много лет. Дерево оно довольно долго распадается, десятки-десятки лет. Здесь даже намека нет на дерево, из которого она была сложена, поэтому ей может быть ну, как минимум сто лет, ну и скорее даже более. Места глухие, да они даже сегодня, а уж в то время. Речка демонстрирует свою обнаженку, с которой порой приходится прыгать. Ты же не видишь до упора к какому препятствию ты подходишь. Так шли часы, где-то почти 5. И вдруг я понимаю, что дохожу до рандеву. Через 100 метров тот самый ручей, который дорога к озеру. И мне покидать реку Теабут. Расстаюсь с надеждой, что ручей это скорость и решительность. Ну потому что по ручью идти можно, а вот по реке нет. Нужно постоянно залезать в этот жуткий травостой. И вот он родной, Раскатился своей дорожкой. Я бодром, с выражением, пошлепал по нему вверх. Ручей радовал своими безобразиями. Кроме того, я приметил, что кто-то проходил здесь пару-тройку недель. Один человек, но даже когда пройдет лишь один, это увеличивает твою скорость раза в полтора. Он приминает траву, он выбирает направление за тебя. А это все работа, которая отнимает и время и силы. И он за меня ее сделал. А вскоре стало вообще понятно, здесь были люди. Ну, да, когда-то, да, давно, но кое-что от них осталось полезное. Ноги мочить не нужно, ну хотя бы здесь. Вот только старый сейф мне ни к чему был. Видимо, здесь была какая-то лесопильная контора. Ну и какие-то ловцы живого. Я пообедал и зашагалась быстрее. К тому же ручей становился все меньше и более проходимый. Я шел почти как по дороге той же скоростью, ну, почти с той же. Но вдруг ручей стал залезать в какую-то расщелину. Крутые обнаженные склоны так и норовили засыпать мелкие ручишка. Целые потоки подобные породы загромождали русло. Пихты скатывались, как на борде, прямо в воду. Ну, еще немного, и здесь будет местный Сиван. Озеро, которое когда-то образовалось после подобного схода породы на Кавказе. Но пока вода упорно пробивалась откуда-то сверху. А мне было просто по пути. Я оставалось только молиться им чтобы там дальше не возникло чего-нибудь исключительно непроходимого. И пока везло, даже притопленные ели не легли шлагбаумами поперек моей гонки. Плохое фото, размытое, понимаю, но это брусника где-то там, по верхам, я на максимуме приближения фото. Оказывается, она и тут в своей многочисленности, это очень хорошо. Всегда радует, когда такая ягода есть. И вдруг случилось совсем неожиданное. Вода почти встала, как в болоте. Все ждал, но не этого, что здесь будет болото фактически. Вода застоялась до того, что даже водоросли расцвели махром своим противным цветом. И я полз по крутому склону параллельно, проклиная странности местных рельефов, то круто, то плоско. Так что вода аж встает. Но чу, где вода? Буквально в считанные минуты хода она исчезла совсем. Впереди меня ждала отсыпанная мелким камнем роскошная дорожка. Без воды, без скольжения по камням. Плотная. Да, что тут творится? Но нет, я не ругался, я счастливо плакал. Ну, где-то в глубине души, конечно. Мужчины ведь не плачут. Я не шел, я порхал. Казалось, что я лежу на диване. Настолько сильное ощущение комфорта я испытал на этой дорожке тот волшебник, что сделал мне такой подарок, длящийся замечательный метров 500 где-то, по прямой если брать ну здесь подар... подарки надолго не раздают, иначе были бы пол... просто толпы страждущих вода вновь засочилась вскоре я увидел на берегу тропу, я пошел по ней и ну, почти сразу наткнулся на зимовье, и это в отличие от предыдущего, оно было жилое мне было так хорошо, что чуть не остался но озеро манило меня больше, чем уют домика, и я безжалостно распрощался с ним. А ручей не на шутку разбушевался. Вода в нем появилась в еще большем количестве, чем это было бы прилично для подобного скромного ручья. Только закончилась она вновь и так же быстро. Не осталось только подобие русла, в которое нападали большие деревья, но их уже кто-то попилил. И судя по круглым следам, это были любители ездить, чем ходить. Квадроциклы. Было видно, что они приехали сверху, со стороны озер. И что-то они сильно заколебались и далеко не проникли. Но мне же не служили службу на этом этапе, упростив путь. И другом не нужно быть, чтобы понять, что до озера я дойду. И это будет сегодня. Пришлось, правда, немного серьезно подумать о своем поведении в лесу. Ну, в смысле, куда точно идти. Местность стала больно однообразной каких-то провалах и, и никакого, ну типа карстовых провалов. И никакого направления в виде ручья. А следов от циклов уже не было видно. Я вспомнил, что вот один вот мужчина, когда меня подвозили на тебя вот он мне рассказывал, что они ходили когда-то, искали эти озера в бытность свою и не могли их най найти. Они там, говорит, мы долго ходили в бамбуке и, и так и не смогли их найти. Но в этот раз... Все было гораздо проще, у меня была GPS. И по GPS я шел-шел. И вот, раздвинув листья лобазника Камчатского, мне в глаза ударила ослепительная гладь озера. Того самого. Их там вообще много, но это самое большое. Но я медленно, с торжественностью спускаюсь к нему, естественно. Вокруг страшные разрушения, тураганов. Но я ничего не замечаю, все приковано к воде. Тем более, что там, как раз туда, куда я вышел, был неплохой пляж. И я достаточно комфортно расположился в палатке. А небо в тот день было еще и синим. Кончался мой четвертый день пути.